Добрый день, друзья. Сегодня у нас самая большая, самая тяжелая посылка с интернет-магазина Розетка.com.ua. Это сковорода Биол фирмы чугунная. Значит, доставка была произведена новой почтой на склад новой почты в течение 3 рабочих дней. Что мы видим? Вот такая вот упаковка ОТК от 15.02.18 года, скажем так, свеженькая сковородка. Также на упаковке мы видим 28 сантиметров длина, ширина. Другие разные маркировки, QR-коды также присутствуют со всех сторон. Также порадовала инструкция по эксплуатации на данную сковороду. Тут имеется как инструкция по эксплуатации, также указания по подготовке новой чугунной посуды и уход за чугунной посудой. Также адрес производителя и его сайт. Судя по тому, что мы имеем на упаковке, мы видим, что подходит данная сковорода для всех видов плит. Это газовая, электрическая, галогенная, керамическая, индукционная. Также имеется возможность использовать ее в духовке. Но я не знаю, только с крышкой или без, потому что у данной крышки, у стеклянной, имеется пластмассовая, пластиковая ручка. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что внутри. Коробку мы уберем в сторону. Значит, вот такая упаковка. Сразу мы видим здесь крышку. Коробок тоже убираем. Далее, что присутствует? Мягкий уплотнитель. Ручка деревянная с металлическими элементами. И вот такая вот запаянная в целлофан сковорода. Так, ну давайте ее вскроем. Сейчас еще будет. Ладно, под руками ничего нету, разорвем просто. Значит, такая сковорода. Сковорода находится, судя по всему, в смазке, потому что присутствуют жирные пятна. Поэтому сразу не рекомендую никуда, ни на стол, ее ставить до обработки. Так, долго думал, как же работает эта ручка. Вот эта вот часть крутится, вот эта часть ослабляется, закручивается, вот эта часть затягивается. Давайте попробуем прикрутить ручку. Так, вставили снизу, закрутили вертушок. Вот рабочая сковорода. Давайте померяем крышку. Так, крышка замечательно подходит, как раз по размеру. Также, что мы видим на этой сковороде еще? Так, на самой ручке маркировка Биол.
Так, мы ее снимаем. Деревянная ручка с эмблемой Биол. На сковороде мы имеем два носика для слива жира. Вот они. С одной стороны рифление и ручка. Также на нижней стороне также имеем маркировку фирмы Биол. Как мне сковорода понравилась, я рекомендую к приобретению. Сам, я думаю, буду ее пользовать. Я думаю, это все будет происходить с большим удовольствием. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставим лайки. Все, пока.